Красивая история любви молодоженов Ильи и Юлии Космыниных началась 7 лет назад. Они вместе поступили на медицинский факультет Саратовского университета. Чувства ребят не угасали на протяжении всех лет учебы. Не испугал их и переезд в Ульяновск. Сюда Юлю направили на работу терапевта. Илья поехал вслед за любимой. Молодая пара работает вместе в городской поликлинике номер 1. На днях молодожены официально закрепили свой союз. Я объявляю вас законными супругами, мужем и женой. Хлопоты по организации выездной регистрации и банкета взяли на себя идейные вдохновители проекта «Свадьба в подарок», в котором приняли участие новоиспеченные супруги. По итогу конкурса Илья и Юля стали призерами весенне-летнего сезона проекта и выиграли «Свадьбу в подарок». Проект существует почти 3 года. В этом году нас ждал 5-й юбилейный проект. Он был рекордным по количеству участвующих пар и по количеству ярких пар. И символично он был тем, что впервые в истории проекта мы присудили 5 призовых мест. Ну и какая же свадьба без гостей? На одно из главных событий жизни молодой семьи съехались родные и близкие из разных уголков страны. Некоторые из друзей пары даже признались, что по-доброму завидуют такой возможности жениться. В Пензе не помню, чтобы у нас такой проект был. Как-то у нас маловато. Завидуем Ульяновску, что такие вещи есть. Мы приняли небольшое участие в этом проекте. Там надо было голосовать за пару, и вот мы поучаствовали. Видео отправлять. Да, ну есть такие приятные ощущения. Жалко, что у нас нету. Ну, благодаря даже вашему конкурсу, можно даже сказать, вы сподвигли их быстрее как бы к бракосочетанию. Прекрасным подарком к бракосочетанию стали ключи от новой квартиры. Молодой семье врачей их вручил губернатор Сергей Морозов на торжественном мероприятии, посвященном Дню медика. В нашей съемочной группе пара призналась, что первым делом начнут обустраивать свое жилье уже в статусе мужа и жены. Эмоции непередаваемые, я до сих пор не верю. Меня трясет, поэтому это незабываемое. Мы решили принять участие совершенно спонтанно. Организации довольны. Организации на 100%, на 150. Все шикарно. Спасибо организаторам проекта. Юля меня сюда втянула, и я ни разу в это не пожалел об этом. Стать участником проекта «Свадьба в подарок» может абсолютно любая пара. Для этого необходимо отправить анкету и фотографию организаторам конкурса. После заочного этапа влюбленных приглашают на встречу с жюри, где определяются лучшие из лучших. Главный ключ к победе – настоящая, большая, открытая, а главное – взаимная любовь. Рината Алиулова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.